Ирине Михайловне Кузнецовой.54 хорошо и отлично. Они поставлены областной дистанционной
Среди них участники, победители, призеры самых различных олимпиад и конкурсов. Это Гена Алексей, победитель и призер городских предметных олимпиад по мировой художественной культуре, черчению, обществознанию, участник и победитель конкурсов художников в разных городах России Ярославле, Кирове, Владимире. Он получил звание заслуженный художник школы искусств ДАМА. Это Горынцева Ирина, победитель городской олимпиады по обществознанию, участница областной олимпиады и городских ломоносовских чтений. Это Попов Константин, неоднократный победитель городской олимпиады по немецкому языку и участник областной олимпиады. Это Щеголихин Никита, победитель городской олимпиады по технологии и участник областной предметной олимпиады. Это Селенок Елена, призер городской олимпиады по физической культуре, победитель соревнований «Победа». Призер городской олимпиады по физкультуре, участник сборной команды области по волейболу Северо-Западного федерального округа. Это чемпион Денис, победитель Северо-Западного федерального округа по спортивному туризму. Это призер городской олимпиады по экономике, победитель Мы верим в вас. Пусть у вас все получится, как задумано.